Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра у нас на календаре 22 сентября. У предков наших на этот день было много примет. Вот, например, если с лиственницы еще не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять. Паутины много. К погожей осени и морозной зиме. Выпавший снег в этот день сулит плохой урожай в следующем году, а гололед предвещает дождь. Кстати, обратите внимание на вишню. Если листья с нее еще не опали, погода будет теплой. А какая же погода ждет нас завтра, 22 сентября? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Птичье из Обильнинского района Ставропольского края, что на календаре осень, даже, наверное, и забыли. Там так и стоит летняя жара. +26. А? Как вам? И это еще не предел. Но завидовать грех, друзья мои. В селе Волчье Добровского района Липецкой области температура воздуха идет на повышение. Завтра здесь уже +18, и то ли еще будет. А вот в селе Лисье Лебяжьевского района Курганской области разыгралась непогода. Там столбик термометра не поднимется выше 11 градусов. К тому же дожди. Но надо запастись терпением. Зима еще не так близко. Думаю, и здесь еще распогодится напоследок. В селе Медвежье из Силькульского района Омской области погода испортится. Ожидается всего +12. А дождливая и ветреная погода сделает последующие дни еще прохладнее. Но не расстраивайтесь, друзья. Дай бог еще погреемся перед зимой. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!